Какие подводные камни для России может таить в себе союз с Китаем? Александр Неукропный в репортере за 9 апреля 2021 года. Но из-за предвзятого отношения Ютуба к моему каналу статья будет залита на Рутуб, ВК, в Телеграм-канал. Ссылки, как всегда, в инфобоксе под видео. Большое всем спасибо за терпение и, главное, за понимание.